Так, 27 октября 2024 год. Опять я сниму видео по поводу скулежа. Слышу я в соцсетях, ай-яй-яй, россияне уже все захватили, 20% территории Украины захвачено, еще немножко и додавят. Думаю, что-то здесь не то. А что-то здесь не то, думаю, по какой причине? Потому что я помню, я в 14-15 воевал, в 92-й бригаде был. Мобилизовали меня тогда в 92-м. Я потом узнавал, какая площадь, территория захваченной так называемой этой ЛДНР. И тут же подумал, что у меня картинка-то в голове всплыла, да, в моих жидких мозгах, разжиженных. И думаю, так там же еще Крым мы без одного выстрела отдали в 14 году. Не спрашивайте меня, почему мы его отдали без единого выстрела. Ну вот как бы, блин, я не знаю, может на дипломатические какие-то решения рассчитывали. Решение вопроса. То есть 27 тысяч, я посмотрел специально, площадь Украины 603 тысячи квадратных километров. Международно признанная. Крым 27 тысяч квадратных километров. ЛДНР этот, так называемый, да, то, что отхватили. То, что отхватили в 14-15 году, рашисты, под управлением этих самых, вернее, коллаборанты под управлением россиян, ну так, наверное, будет правильно сказать, да, это 17 тысяч квадратных километров. То есть это уже сколько получается, 40, 54, да, не 54, 30. Подожди, тут правильно, 44 тысячи квадратных километров. Это то, что было захвачено в 14-15 году. Без того, чтобы мы... И с бухты-барахты, конечно, в 22 году очень много сдали. Очень много сдали. Действительно, там было 125 тысяч квадратных километров захвачено. Вместе с Крымом, Донбассом, там со всей, с Харьковской моей областью. С Киевом, там, да, Буча, Ирпень, помните такое? Но дело в том, что после этого уже освободили мы 13 тысяч километров. Освободили уже, понимаете? Вот Украина в 22 году отбила назад 13 тысяч километров. За вот эту вот крупномасштабную войну россияне захватили 66 тысяч километров. То есть это 11% территории Украины. Много, никто не говорит. Но все-таки давайте не говорить про то, что 20% там захватили, да, россияне. И кроме этого, я же говорю, отбили уже сколько. За последний год, когда именно, блин, плотно уже начали, когда были у нас задержки с этими боеприпасами, с вооружением американцев, помните, да, Дэн Джонсон этот не давал нам вооружений, там что-то у него было, спикер, 8 месяцев нам без вооружения нас оставлял. У нас не было ни F-16, да, помните, не было еще ничего такого у нас. То есть и за это время мы отдали врагу, россиянам, 900 квадратных километров. Вот это вот, ну вот за этот 24-й год. То есть под Покровском, да, еще раз говорю, я снимал когда там, 19 октября видео. Я говорю, ребята, вы посмотрите, что от Донецка, который был оккупирован в 2014 году, до Покровска там 40 километров, 37, что-то такое. Да? И там от до Селидова там 40 километров, Курахова. У меня тут, кстати, у меня отделение такое. Вообще, я из Харькова жил в Купянске на Ковшаровке, где сейчас бои идут. У меня с Курахова пацан один. Это все в одном отделении. Отделение, это, чтобы вы понимали, по-разному, там до 10 человек, нас меньше. То есть из Курахова, из, блин, Попасной, ну, Попасную уже, конечно, расхренячили россияне. Из этого самого. Старшина сейчас долечивается, сейчас скоро вернется, блин, после ранения, блин. Из этого самого, из Угледара, которого только что только смогли такие россияне на второй год захватить, на третий уже. Так что, ребят, украинцы, они уже северокорейцев сюда тащат, понимаете? Вот этих недокормышей они тащат сюда, что-то, ну, потому что, блин, ну, я не знаю. Вы представляете, в каком отчаянном положении должна находиться вторая армия мира, если ей приходится тянуть сюда, блин, нафиг, северокорейцев? Не паникуйте, все будет, Украина, миражи, F-16,